Работаем с дверьми на оптиме. Первым слоем проклеили виброматериал. Материал клеится на горячую, предварительно разогревается. И при проклейке все прокатывается валиком. Вот так выглядит теперь у нас задняя дверь, проклеенная вибро. И передняя водительская уже готова проклеить второй слой шумопоглощающий. Толщиной 6 мм, тоже закрывается, полностью заклеивается вся внутренняя плоскость двери. Это второй слой. Уже вот такой глухой звук в дверях. Работа с ними еще будет продолжаться.